Ну что, ребята, здравствуйте еще раз. Интересно, просто интересно. Давненько не было у нас легковых автомобилей. Очень давненько не было. И таких прям, чтоб аж прям посмотреть. Сегодня у нас вышел, вот прям недавно, вот прям я решил обновить сайт, да, где выпускаются моды. Audi A8 у нас выпустилось. Если вспоминать, я прям чисто не помню, выходила она вообще под эти какие-то другие версии и так далее. Честно, я не припомню, реально. Может быть, реально только вышел. Давайте смотреть. Прям смотреть, очень интересно. В принципе, в целом, что могу сказать? В принципе, мне уже не нравится в плане того, что у нас два руля. Зачем так использовать? Честно сказать, так и толком даже я не знаю почему. Окей, по кабине одна кабина, по шасси у нас 4x2, по двигателям 444 лошадки, по трансмиссии 6 передач, E4EVO, 6 передач люблю, по интерьеру без комментариев, по аксессуарам меняется, пожалуйста, на цвет вкус, плюс аксессуары, что мы можем добавить. Здесь какой-то иной, типа собачки, или что это, не пойму, вот это что. Да, здесь мы можем поменять глушители. Неплохо, мне нравится вот этим. Прям реально топчик. Дальше, здесь мы можем поставить затемненность фар самих. То есть мы можем выбрать плюс затемненность самих стекол. Вверху пилот, ну, то есть самая стандартная, в принципе, здесь антенна. Здесь затемненность впереди. Плюс... То же самое, то есть мы можем, пожалуйста, цвет вкус менять. Затемненность самих фар. Это прям отдельно, чисто, реально круто. Сделано все прям как хочешь, да. Пожалуйста, у нас решетка все меняется, даже под цвет можно. Ну, кажется, под цвет как-то не очень сильно будет красиво выглядеть. Ну ладно. Внутри. Понятное дело, почему. Вот почему. Вот почему я 100% всегда говорил, то что вот эта камера, которую вы делаете, она нахрен не нужна. Ну на самом деле, по факту просто. Я не знаю, почему ее делают и специально. Зачем вообще ее? Я думал, что ее под 1.43 уже давно забыли. Но, к сожалению, именно кто делает именно, не знаю, кто делает легковые автомобили, почему-то не забывает, да, то есть такого плана. Ну на самом деле. Уже пора забыть, вот эта камера, вот это, честно скажу, она мне всегда раздражала. Всегда раздражала. Ну, здесь хоть можно назад возвращаться, и то хорошо. Ладно, про камеру это, конечно, отдельная тема, и давайте слушать звук. Не понял. Ну ладно, хорошо, стоп-сигнал. Работает, аварийка. Работает. Поворотники. Зашибись. Так, настройки, давайте мой руль. Можно поднять? Конечно, нет. А как мы тогда стрелки будем бить? Интересно. Анимация света. У нас КПП не работает, да? Анимация света я прям, в принципе, не вижу, она то ли есть, то ли... Очень темно, реально, на самом деле, очень темно. О, вот так вот хотя бы более-менее. Нет, анимация света я не вижу. У нас бортовой компьютер, я не буду включать, потому что в таких модах очень страшно включать стекла. Конечно, стекла, откуда же у нас стекла? Я понял. По салону что могу, в принципе, сказать? По салону. В принципе, неплохо. По салону, в принципе, неплохо, я бы сказал, бы даже супер, да? Но если, допустим, сравнивать моди, который Porsche, мы давненько снимали, да, его, и всего это общее, да? Представьте, Porsche, то я попробую как-то, может быть, не знаю, скрины попробую как-то сделать, да? И данный мод, который есть. Различия однозначно есть. Звук очень интересный, кстати. Звук реально какой-то интересный, я такой первый, то ли, блин, он там
присутствует, то ли не присутствует, я вообще не слышал. Не, ну слышу, но... Даже вот что-то знакомое, сказать бы, там, я там встречал и так далее, нет. Ну, в принципе, под 1.43 уже молодцы, что используется уже другое. Другие звуки становятся, потому что на самом деле уже становятся другие звуки, потому что вспомнить другие моды, другие версии, одни типные были все. Здесь, к сожалению, даже не к сожалению, здесь хорошо вставлен. Я не пойму, почему у нас нету лобового стекла? У нас нету лобового стекла, кстати. Как бы вот здесь у нас почему-то есть, а мы если смотрим, видите, у нас как бы якобы его нету почему-то. Странно. Просто взять, допустим, другой какой-то иной грузовик, и понятно, сразу будет видно, что есть лобовое стекло. Здесь у нас почему-то я не вижу. GPS, кстати, работает, все едет. Да, в целом, если про мод говорит, в целом неплох. На самом деле неплох. Плюсы большие, конкретные, то, что есть стоп-сигнал, анимация, да, и аварийки. Звуковой сигнал, в принципе, нормальный. Звуковой сигнал тоже присутствует. По поворотникам и дворникам у нас, к сожалению, нету ничего. У нас, к сожалению, не работает ни анимация, ни дворников, ни поворотников почему-то. Хотя другие у нас анимации есть, присутствуют. Странно, как-то непонятно делается. Из каких-то из минусов я бы сказал бы то, что да, нету поворотников, дворников. Почему-то я не понял, у нас то ли есть лобовое, то ли его нету. Что-то не пойму. Это вот это такой момент. И в принципе нет анимации стекол. Как бы это уже в 1.40 должно быть уже в 1.40, особенно в 1.43, это как дело привычки должно быть, да? То есть стекла по-любому должны. Потому что я же повторюсь, на некоторых модах есть хорошие моды на самом деле. Очень есть хорошие моды, которые прям можно смотреть с душем. Насчет. Я постараюсь, ребят, сделать, если не забуду видео, когда буду монтировать. Я постараюсь это все сделать. Скриншот прицеплю Porsche, да, где снимали, когда прям вообще топчик. И, ну вы поняли. И Audi. В целом, в принципе, модик неплох. Покататься можно. Да, в плане доработки его, конечно, анимация немножко надо добить. Вот так, в принципе, неплохой модик на самом деле. Я ожидал худшего. Худшего реально. Он показал себя в лучшую сторону. В принципе. С вами канал 24. Всем пока, всем удачи. Подписывайтесь на канал. Не забывайте о канале 24. Люблю, целую. Увидимся на видосах и стримах.